Тебе надо еще доказать, что ты большой, и пройти испытание. Пап, какое такое испытание? А вот такое. Сегодня ты первый раз должен пойти в магазин за хлебом. Вообще-то мы с тобой много раз ходили в магазин, и ты не сможешь заблудиться. А мне кажется, смогу заблудиться. Ну, если ты сможешь заблудиться, значит, этот фотоаппарат будет ждать тебя еще целый год.